как и не уверен до конца. Совсем нет. Я не люблю ввязываться в... Я уже думал, что вы передумали. Ага, думал он. Мы не готовы к бою, чтобы никто не пострадал. Особенно я. А вы суровый. Я тут подумал, сладкий пирожок. Может, пока мы будем на задании, ты тут побудешь? Не выйдет. Сама решай. Но потом таких претензий. Она в порядке. Когда начинаются проблемы, она сама поможет. Что, правда? Она бегала за танком и пулеметом? И сделает с легкостью. Хотел бы увидеть. Ладно. Будем делать или как? Да, секундочку. Бет, помоги мне с этим. Ого, а ты тяжелый. Вот так, дорогая. Так, лезвие. Извини, женщина-пиявка, но Серж прав. Он должен остаться. Так, на всякий случай. Иногда война приходит. Итак, Серж. Конечно. Конечно, это так. Все часть одной большой команды, и никто не выше остальных. Не могу поверить, что несу такое. Хорошо, выдвигаемся. Unless he's not part of the natural order. What do you mean? I was able to piece this together. Well, he looks very familiar. It tells of a great dragon who fell from the earth. A hydra whose storm swallowed both men and gods alike. You mean an alien? Yes, he's not part of our natural order. And he's not meant to be here. A Volskin. An invasive species. That could explain how he's creating these massive storms and effect he's having on the other titans. Sounds like he's reshaping the planet to his own liking. Visions. Ghidorah. One who's many. Ghidorah? She said gonorrhea. Huh? Ghidorah! Dr. Sarazawa, we're approaching Castle Bravo, but something you should see. You weren't expecting these guys.